Традиция добрых дел, которая с новой силой началась в Десногорске этим летом, отмечена очередным успехом. Обновками может похвастаться подъезд дома номер 16 первого микрорайона. Тот самый, где живет один из ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь путь из дома на улицу и обратно ветерану будет преодолеть значительно легче. Сегодня мы устанавливаем пандус участнику Великой Отечественной войны Октябрине Андреевне Кононенковой. Очень приятно, что организации и люди занимаются тем, что помогают ветеранам, включая нашу ветеранскую организацию. Это подарок неравнодушных людей и организаций города, которые по мере сил не словом, а делом помогают Десногорску. Ранее благодаря этому уже удалось сделать легче жизнь нескольких маломобильных горожан. Добродетели на этом обещают не останавливаться.